Добро пожаловать, наконец-то! Привет! Вот это мне нравится, вот это настроение. Какая прелесть. Женщина-праздник. Нет, ты женщина-шампанская. Ну, я постараюсь устроить сейчас праздник. Да? Да, да, да. Давай, болею за тебя. Я сделаю. Ух ты, красотка. Добрый вечер. Вас витает Минск, Беларусь. Меня зовут Катя Олкова. Здорово. Вообще, я просто безумно рада. Кать, а что там у вас есть за трэш-шоу какое-то ваше, мы слышали? Мы приходим в клуб, мы просто врываемся, зажигаем народ, отрываемся, залазим на барную стойку, на столы. У нас тут просто есть несовершеннолетние, скажите, убрать их из зала? Смотрю по глазам, что вы способны на многое. Готовы на вот это вот. Да, я способна на многое, но как бы догола уже раздеваться не буду. А, все. Какая печаль! Жаль. Я имела в виду, догола не буду, но буду. Катя, хватит этих разговоров, давайте к делу. У вас кнопки покраснели. Не завидуй. Я уж думал, вы до стола нашего доберетесь. Хотела. Что помешало? Да ты помешала. Давайте начнем с мене. Я такого не бачив 30 років. Мне все понравилось. Я недостатков практически не увидел. Танец нереальный. Ну, Слава, ну? Катюша просто бомба, разрыв. Спасибо. Супер, все хорошо, все замечательно. Красивая, слов нет. Но вопрос. Что вот с этим делать в нашем проекте? Катя опять сказала, что она может еще кое-чего сделать. Игорь Васильевич, у вас жена и дети. Зада. В Беларуси! Ты хочешь еще раз это все испытать? Не понял. Ну а почему бы нет? Настроение отлично. Губы в правильном положении были. А вот тело хотелось, конечно, поинтереснее. Я имею в виду, как вы... Не в смысле открыть его, а использовать. Владик, ты какой-то балованный хлопец. Я пропоную голосувати позитивно. В смысле, даю наводку. Я кажу, да, так. Катя, объективно, это нет. Спасибо.
Так, Катюша, Катюшенька, будь объективной. Ну, не... Да, да. Так это, чего ты? Я говорю, да. Продюсер? Давай, да. Ну, скажи, да. Ох, Игорь Васильевич, в должники. Давай, давай, идете давай, хотя бы один долг. Я тебе сколько раз инвестировал уже в тебя. Давай, верни что-нибудь. Катя. Будем петь и танцевать одновременно. С кем? С Васильевичем? Да. А почему мы не с тобой? Это было хорошо. Хорошо, я говорю вам с Игорем, да, и Бог с вами. Спасибо вам большое! Васильич! Ну видно же, что у девушки есть... Что ты вообще со мной делаешь? Я же сказала, что ты шампанское. Да, спасибо. И, по-моему, как хорошее шампанское, ты стукнула Игоря в голову. Так, подожди, телефон какой? Увидимся. Спасибо, Катюш. Молодец, умница. Все, у меня билет на поезд.